Ребята, это малыш, которого мы подобрали вчера возле особняка. Ночью я сделала ему капельницу, сейчас вторая капельница. Малыш очень дикий и описывается, и кусается. Но ему страшно, поэтому капать его очень тяжело. Я прошу прощения за такой бардак, но это не нарочно. Это грязь с него мокрая, потому что он описался. Когда он поправится, помоется, все будет чисто. Главное нам сейчас прокапаться, потому что сегодня в 5 часов у нас операция. У мальчика 5 переломов. Его сбили и еще по нему проехали. А потом бросили умирать. Вот такой у нас ребенок. Не бойся, детка, не бойся. Все будет хорошо. Все будет очень хорошо. Пожелайте нам, Господи, друзья, пожелайте нам здоровья, пожелайте нам удачи. Пожелайте нам сил, чтобы ребенок выдержал сегодня операцию. Операцию делать надо. Врачи вчера осмотрели, сказали, что делать надо срочно, потому что у него там что-то нехорошо. Поэтому мы будем рисковать и оперировать сегодня. Капельницы сколько могли сделали, молоком козьим мы его отпаиваем. Вчера он выпил литр сразу, литр. Я ему давала по чуть-чуть, и вот в течение 40 минут он выпил литр козьего молока. Сегодня он тоже молочко попил. С утра он пьет только молоко. Кушать, кормить его нельзя. А вчера он даже немножко съел мяско у нас. Немножко, но съел. А так будем держать его на козьем молочке, чтобы у него убрать обезвоживание, и чтобы заодно он получал питание. Пока малыш капается. Господи, капали утром, капаем сейчас понемногу. Это уже перед операцией. И уже после операции прокапаем опять. Ему надо капать 3 раза в день. Вот такие дела у нас, ребята. И еще. Операция будет стоить, примерно стоит 20 тысяч, но врач сказал, что это пока под вопросом. Может быть и больше. В любом случае, я очень прошу вас, друзья, помогите. У ребенка 5 переломов. У него сломаны бедра, лопатка, 2 лапы. Снимки есть. Снимки я выложу на сайте Каура, на нашем сайте «Лохматая душа». Там все снимки будут, и рентген-снимки, и полностью осмотр. А видео буду выкладывать вам. Спасибо вам большое. Спасибо всем, кто отзовется. Спасибо от всей нашей лохматой души. Спасибо, друзья. И я жду вас, пожалуйста. Без вас нам не выжить без вас. Такая судьба любого частного приюта в России. А у меня домашний приют. Хотя выживаем мы уже 14 лет. 14. Спасибо, друзья. Спасибо за то, что вы с нами. Спасибо, что не бросаете нас. Помогаете нам выжить. Спасибо. Сейчас у нас операция мальчика сегодня. А завтра в час дня мы оперируем еще 2. Подобрали котенка со сломанной лапой и щеночек, по которому машина проехала. Завтра еще 2 операции переломанных детей. Но видео о них будет завтра. А сейчас помоги нам Бог. И мы надеемся на вас, друзья, на вашу помощь.